Начало маршрута. Первые пассажиры занимают места. Сейчас в автобусе чистота и порядок. Будет ли так же в конце смены, зависит от самих пользователей транспорта. Мострансавто запустил на всех маршрутах области акцию «Чистый автобус». Теперь пассажиры сами могут контролировать чистоту в общественном транспорте. Если в автобусе грязно, пыльно, лежит мусор, предлагают сделать фото и выложить в официальные группы ведомства. Самые неряшливые окажутся на последних строчках рейтинга пассажиров. Попавшие в красную зону уже не смогут уйти от ответственности. Маршруты поставят на особый контроль. Журналисты нашего канала решили проверить чистоту в общественном транспорте городского округа. Заходим в первый попавшийся химкинский автобус. На первый взгляд все здесь достаточно чисто. Под сиденьями мусора я не вижу. Пыли тоже нет, так что проверку этот автобус прошел. Эта акция не только контроль за состоянием автобуса, но и напоминание о правилах поведения в общественном транспорте. Соблюдение чистоты, уважение к другим пассажирам – залог комфортной поездки для всех. Жители Химок отреагировали на акцию с энтузиазмом. Мне кажется, это очень хорошая идея. Она поможет сделать автобусы комфортнее и чище. Я думаю, что это здорово, что так придумали, потому что социально активных людей сейчас много. Я думаю, что такие фотографии будут поступать. Эта акция полезная. Если будет возможность, я в ней буду участвовать. Акция «Чистый автобус» пройдет до 7 декабря. Фотографии можно отправить сообщением в официальный аккаунт Мострансавто, в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук или по электронной почте. В письме нужно указать госномер автобуса и название маршрута. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.